Сквер имени Куйбышева на пересечении улиц Бакинской, Фасадной и Пугачевского тракта преображается. В сердце старой части 116-го километра идут работы. Пока рабочие занимаются укладкой покрытия. Но скоро здесь появятся и газоны, и цветочные клумбы, и подвесные скамейки. Контракт рассчитан до конца лета. Однако подрядчик идет с опережением графика. Благоустройство данной территории включает в себя такие работы, как полностью ремонт газонов с выемкой грунта, засевкой новых газонов. Это устройство плиточного покрытия, освещение, устройство новых малых архитектурных форм. Это лавочки и, соответственно, урны. В прошлом году за благоустройство этого сквера проголосовали сами жители. Общественное пространство преображается по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Сквер Куйбышева в прошлом году в рейтинговом голосовании занял 4-е место из 20 территорий, что для нас просто фантастический результат. В общей сложности более 20 тысяч голосов удалось этому месту набрать. Естественно, 20 тысяч голосов, да, если мы посмотрим вот вокруг пятиэтажные дома, конечно, это не только жители вот окрестных домов голосовали. Голосовали за наш сквер жители не только даже Куйбышевского района, но и жители всей Самары, за что им огромное спасибо. Проявили такую активность, и как вот награда действительно получим такое классное место. Сами жители появления благоустроенного сквера ждут с нетерпением. Жители нашего района решили проголосовать, потому что сквер нужен. Люди здесь с детишками отдыхают, и пожилые люди, старики все полностью скамеечки, когда погода хорошая. А было не очень. А сейчас я надеюсь, что будет приятно и хорошо, будет порядок. И все голосовали, и все рады, и все за. Напомним, ранее в Куйбышевском районе Самары также благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды благоустроили Ерик-парк в микрорайоне Волгарь и сквер Речников в микрорайоне Сухая Самарка. Теперь, благодаря активности самарцев, в районе появится еще одно место притяжения жителей и гостей города. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.